Здравствуйте, уважаемые телезрители, все те, кто любит рыбную ловлю. В одной из недавних наших программ мы вам рассказывали о путешествии и о рыбалке на одном из притоков Среднего Енисея. Команда, которая совершила это путешествие в Сибирь, состояла, часть была российская, и часть людей были из Югославии. И, нужно сказать, это были опытные рыболовы. Так вот, в материале, который они отсняли, были, на мой взгляд, любопытные кадры о нахлыстовой ловле. В России, мне кажется, все-таки до сих пор этот способ ловли еще недостаточно хорошо известен. И я, честно говоря, и сам имею о нем достаточно смутное представление. Поэтому вот и хотелось бы сегодня воспользоваться случаем и поговорить, и попробовать разобраться все-таки, что же такое нахлыст. А заодно и посмотреть, как ведут себя опытные рыболовы в совершенно незнакомой для себя новой рыболовной ситуации. В своем верхнем течении река с многочисленными каменистыми перекатами и труднопроходимыми шеверами. На таких участках лодку приходится проводить вручную. Шеверы и перекаты сменяются спокойными плесами. Вода в реке кристально чистая, и в этой удивительно чистой и прозрачной воде живут удивительные рыбы. Основные, если так можно выразиться, рыболовные виды рыб здесь хариус, ленок, таймень и щука. Хариуса можно поймать практически в любом месте на всех участках реки. И на быстрине перекатов, и в более спокойной и глубокой воде плесов. Создавалось впечатление, что буквально за каждым камнем, в каждом приямке стоит эта изящная темноспинная рыба. И только и ждет, когда ей подкинут какую-нибудь приманку. Много в реке и ленка, хотя, конечно, этот вид не такой многочисленный, как хариус, и встречается он не повсеместно. Ленок обычно держится на более спокойных и глубоких участках реки. Но, конечно, высшая рыболовная награда – это таймень. Тайменя тоже довольно много, но поймать его гораздо труднее. Зато поимка другого, не менее грозного хищника, щуки, не составляет тут практически никаких проблем. Достаточно провести блесну через более или менее тихое место, и считайте, она на крючке. Надо сказать, что таймень и хариус, не говоря уже о щуке, это рыбы, которые есть и в Югославии. И югославские участники экспедиции были с ними достаточно хорошо знакомы. А что касается ленка, то хотя в Югославии он не обитает, там зато в изобилии водится радужная форель. И по своему поведению и образу жизни ленок и форель похожи. Недаром ленка иногда называют сибирской форелью. Он и на крючке обычно ведет себя так же буйно и так же упорно сопротивляется, как форель. У нас в гостях участник этой экспедиции Николай Шайтан. Он представитель российской стороны. Коль, вот к тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как югославы вообще действовали в этой ситуации? Действительно ли для них оказалось каким-то необычным местом эта река Сибирская?
Ну, начнем с того, что когда приземлялся наш вертолет, и они увидели из иллюминатора вертолета реку, на которой ему предстоит провести 2 недели, один из участников югославской стороны наотрез отказался выходить из вертолета, когда увидел, так сказать, что это не полноводная река, а в их понимании ручей. Так. Следующий шок был вызван тем, что на любую предлагаемую рыбе приманку по первоначалу садился хариус. Нужно сказать, что в Югославии хариус гораздо более разборчив в отношении рыболовных приманок. По характеру своего питания он далеко не такой хищный, как его сибирский родственник. И основную часть его рациона составляют упавшие в воду насекомые или их водные личинки. Вообще, нахлост в Югославии занятие очень популярное. И человек, который посреди улицы решил опробовать качество нового нахлыстового шнура, ни у кого особого удивления здесь не вызовет. Часто бывает так, что нахлыстовик в совершенстве владеет не только самой снастью и приемами лова, но и искусством изготовления нахлыстовых приманок. И хотя разнообразные мушки для нахлыста продаются в магазинах, многие рыболовы предпочитают муху, связанную собственными руками, любым другим. Вязание нахлыстовых мушек имеет длительную, насчитывающую несколько столетий историю. За это время выработалась целая система приемов и традиций. И все это можно отнести уже скорее к области высокого искусства, а не простой рыбной ловли. Создание мушки – это особый ритуал, требующий не только специального оборудования, но и специальных материалов. Достаточно сказать, например, что существуют специальные выведенные породы петухов, перья которых имеют совершенно особые, нужные именно для муховязания окраску и механические качества. Мастер заранее представляет себе во всех деталях, как будет выглядеть его творение. Постепенно, шаг за шагом, приманка преображается. Прямо на наших глазах возникает поразительное сходство с настоящим живым созданием. Что касается приемов и инструментов, которые используются при изготовлении приманки, то о назначении некоторых из них непосвященному остается только гадать. Нахлыст – это высокое искусство обмана. По своему облику и поведению в воде приманка должна как можно точнее соответствовать своему прототипу, определенному насекомому или какому-то другому животному, реальной пище рыбы в том месте и в то время, в которое планируется ловля. Для ловли хариуса в Югославии используют очень миниатюрных мушек, которые удивительно точно имитируют различных насекомых, составляющих обычную пищу этой рыбы. Часто хариус игнорирует любые другие приманки, кроме той, которая изображает его естественную добычу не просто в данном конкретном месте реки, но и в определенное время суток. Сибирский хариус не столь взыскателен. Во-первых, по своей природе он более хищный, и рацион питания у него более широкий. Но, кроме того, он пока еще практически не был знаком с рыболовной снастью. Конечно, ловился он и нахлыстом, на приманке, имитирующей насекомых, причем в любое время суток. Но никакого труда не составляло поймать хариуса и на спиннинг. К
крайнему удивлению югославов, с одинаковой жадностью он атаковал не только миниатюрные, но и крупные вращалки. Причем сплошь и рядом умудрялся засечься сразу на все три крючка тройника. Ну вот если говорить о нахлости, вы хариус в том числе ловился и на нахлост, ведь, да? И на какие приманки? На нахлост ловился хариус на любую предлагаемую приманку. Ну вот ты ловил на что? Я ловил на весь набор, так сказать, мух, которых я брал с собой. То есть это сухие, мокрые и стремера. На крупные или мелкие? И такие, и такие. Но вот был смешной, курьезный случай. Мы дошли до очень приличного такого шевера, и расположились там с Мирославом Николичем, который достаточно, так сказать, продвинутый специалист в области нахлыстовой ловли. И я приспособился ловить, поскольку, так сказать, свет был в глаза, я оснастил свое удилище, свою снасть крупной плавающей мухой, имитацией ручейника, и сделанной из выстриженной оленей шерсти, для того, чтобы мне было лучше видно, было, как проплывает этот мух. То есть, и буквально один за одним снял порядка полутора десятков хрюзов. Вот, в этот момент ко мне подошел Югослав. Вот, и попросил мне показать, он не видел, что я ловлю, и попросил показать, ну как... На что? Как, да, вот, он посмотрел, хмыкнул, говорит, на это невозможно поймать рыбу, поставил мне очень тонкий подлесок, поставил миниатюрную мушку, вот, и говорит, посмотри, как это делается. Забрось. Раскачал шнур, забросил, тут же, значит, поднялся хариус, взял эту приманку, он подсек, и немедленно этот тонкий поводочек у него был оборван. И хариус ушел? Хариус ушел, да. Он мне вручил назад снасть с таким торжественным видом, говорит, вот так это делается, учись. Выдал мне, значит, ту муху, на которую он... Вот. Я проводил его взглядом, так сделал вид, что я там отвернулся, привязал опять свою любимую, которую мне забраковал. С хорошим поводком. Забраковал ее, которую, да, и, так сказать, дослал в то же место, откуда был извлечен предыдущий. И буквально хватка следует, и я вынимаю хариуса. У него из пасти торчит оборванная мушка, вот, так сказать, Мирослава. Вот та, да, предыдущая. Мушка Мирослава. Я его в этот момент подзываю, говорю, вот так надо ловить. А я отдаю муху. И тогда, да, он уже... То есть они постепенно привыкали к мысли, что там хариус – это нечто отличное. Коль, спасибо. Ну, я с хариусами все понял. Но давайте, нам будет наверняка интересно посмотреть, а какие еще рыбы там ловятся на нахлост. В условиях таежной сибирской реки нахлост показал себя как по-настоящему универсальная снасть. Практически не сходя с одного места, на эту снасть можно было поймать почти весь набор местных рыб. Были и сюрпризы. Вот, к примеру, эксперименты с крупным стримером принесли добычу для нахлыстовика довольно редкую. Да, приманкой прелестилась 5-килограммовая щука. Приятным сюрпризом для югославов был и сик. Сик тоже хорошо ловился нахлыстом. Причем, в отличие от хариуса, он охотнее брал мокрые приманки и атаковал их у дна или в пол воды. Коль, а как нахлыст сочетается с погодными условиями? Я, к примеру, знаю, что на Енисее, допустим, в августе могут быть заморозки уже.
Здесь есть проблема. Дело в том, то, что нахлыстовый шнур имеет достаточно сложную структуру, в том числе пластиковую оболочку. Вот эта пластиковая оболочка в условиях отрицательных температур становится жесткой и мешает, так сказать, рыбалке. То есть не разворачивается шнур так, как он должен разворачиваться. Вот. Поэтому, конечно, желательно... То есть существуют пределы, температурные пределы, за которые приходить просто некомфортно и неудобно. Ну вот если говорить, мы уже заговорили о погоде, то меня всегда интересует, помимо снастей и снаряжения, такой вопрос, как вы вообще там жили, где спали, в чем, допустим, я понимаю, что в палатках, но вот, допустим, какие нужны палатки, какие особые требования к ним надо предъявлять, отправляясь в такое достаточно далекое путешествие? Ну, на мой взгляд, первым требованием каркас палатки. Каркас палатки должен быть на дюралевой основе. То есть это должны быть дюралевые трубы. Почему именно дюраль? Потому что дюраль спокойно относится к перепадам температур, к морозам. Фибергласовая же конструкция, она ломкая, становится на морозах. Mm-hmm. Поэтому можно лишиться, скажем, каркаса палатки. В принципе, она приходит тогда в негодность. Второе требование – это 100% непромокаемость тента. В общем, я так понимаю, что быт у вас там был налажен. Да, достаточно. Достаточно комфортно мы себя чувствовали в этой экспедиции. В этой поездке не сразу удалось подобрать нахлыстовый ключик к такой рыбе, как ленок. Дело портил еще и хариус, который сплошь и рядом успевал схватить приманку буквально сразу после заброса. Наиболее эффективным тут оказалось использование приманки, напоминающей небольшую мышь, на сравнительно тихой и глубокой воде. Плавающий шнур позволяет провести приманку по самой поверхности. И вот атака. Надо сказать, что мелкие грызуны составляют для ленка очень важную часть его диеты, особенно сейчас, в конце лета, когда мыши и полевки активно перемещаются и нередко оказываются в воде. Вот этим-то и воспользовались наши рыболовы. Коля, а что это была за приманка? Со стороны напоминает мыша, на которую таймень ловится. Это и есть мышь, только нахлыстовая мышь. Вот, кстати говоря, я в этой экспедиции использовал мышь, которую мне предоставил Сережа Чуринов. Он у нас мастер по изготовлению нахлыстовых приманок. Ты их сам изготавливаешь? Да. Да? А ты можешь показать? Я просто смотрю, у тебя много всяких приспособлений. Да, можно. Как вообще это изготавливается? Из чего? Здесь нам понадобится для хвостика, чтобы он был нежным и шевелился, как бы вот создавал образ живого существа. Вот как раз применяется, будут браться два перышка длинненькие из скальпа петуха. Скальп петуха? Да. Индейцы какие-то. И понадобится оленей мех. Он имеет пористую структуру, убирает в себя воздух, вот, и помимо всего шевелится в воде. Но здесь немножко по-другому идет построение мыши. Не как обычные мушки идут, начиная от ушка. А здесь идет как раз вот с хвоста. Ну, примерно ориентируют, берут от острия крючка, проводят как бы черту, и где-то вот отсюда можно начинать. Специальная нитка какая-то? Ну, вот здесь 6-0 применяется нить. Да, специальная нахлыстовая. Есть 8-6, она потолще, покрепче. Но, в принципе, вот если нет навыков изготовления, то лучше брать еще толще нить. То есть можно даже капрон взять. Так, это лак. Лак. То есть вот, да, сейчас фиксируется, закрепили нить. Мотки фиксируются лак. То есть, вот, обыкновенный лак какой? Для ногтей? Ну, здесь нет. Здесь применяется просто удобство. Дамский лак. Кисточка, она помогает. Понятно. Ну, а лак какой? Капли. А есть специальный нахлыстовый лак. Можно, вот это какой конкретно? Можно цапан лак применять. Угу. То есть он не боится воды. Затем берутся, ну вот. Перо и скальпа петуха. Да. Отрезаете. И теперь главное вместе их держать, приложить к цевью и нитью зацепить
вот так вот захватить с таким... Прихватить, да? Ну, да, не сильным сжатием. Вот они заняли такую позицию. Ну и вот сам олень. Так. Вот. Теперь скальп оленя? Или это просто... Нет, это мех оленя. Ну, шкура оленя, можно так сказать. Берутся небольшие пучки. То есть, ну, вот примерно вот такой пучок. Все лишнее убирается, потому что у него же еще подшерсток, который мешает изготовлению. И теперь прикладывается вот так к цевью сверху, захватывается нитью, но поначалу не сильно. Вот. И потом, вот сейчас будет видно, идет вокруг цевья вращение. Сейчас опять у нас лак. А вообще интересно, а скальп петуха, это продается все, да? Да, это все можно купить в магазине. Вот здесь есть один элемент, который нужно тоже постоянно выполнять. После каждого пучка происходит сжатие. Пучок как бы доворачивается к предыдущему. Сейчас видно. Поджимается, да. То есть вот когда пролачил... Вся эта конструкция внутри, она будет очень жесткая на оси, вот на цевье, она будет жесткая. А здесь он будет как бы вот таким нежным, будет в воде шевелиться, играть. Как раз вот это и приманивает рыбу. А вот с таким хозяйством это все дома заготавливается? Или надо это с собой брать на водоем и там уже по месту определяться, да? Желательно. Желательно. Да? Желательно иметь с собой, вот мы у нас в эту поездку, случилась, в общем-то, такая ситуация. Получилось, что самая уловистая мышь была, их было всего 3 штуки. То есть не на все мыши клевал таймень. Клинок и хариус брали любые предлагаемые приманки. А вот таймень брал только на вот как раз этот вариант, который сейчас Сережа делает. Ну что у нас получилось? Ну вот, завершили. Вот. А вот последняя завершающая фаза, Сереж, значит, ты вот наматываешь, да, придвигаешь каждый раз очередную порцию меха, да, к, одна к другой, и в конце ты делаешь какой-то узелок, что ли, вот, как, да. И лаком закрепляешь. Да. Да. И дальше это уже все вяжется. А дальше это все на подтяжке, это плывет по поверхности, на подтяжке создает усики характерные. Вот. И именно на это вот, на эти колебания, на эти усы таймень поднимается с, и, наверное, со своего убежища. Да. Снизу видит это, так сказать, проплывающее существо. Понятно. В общем, тема эта, прям скажем, бесконечна. По поводу этого можно говорить в рамках часами, днями и так далее. Но я думаю и сообщить нашим телезрителям о том, что в наших планах, скорее всего, мы будем периодически вас посвящать в наши нахлыстовые секреты, потому что, по-моему, все больше и больше в нашей стране нахлыст завоевывает число своих поклонников и любителей. Вершина нахлыстового мастерства и высшая награда – таймень, пойманный на имитацию мыши среди белого дня. Такое не забывается. И не будет уже покоя, пока снова не приедешь на речку, затерянную где-то в нехоженной Енисейской тайге.